1927 год. Правительством решено образовать еврейский национальный район. Первый еврейский национальный район в СССР. В 26 году было принято решение на уровне губернии, области, а потом в Киеве состоялось, а в начале 27 года в Москве ЦИК, Центральный исполнительный комитет, принял решение. И было принято следующее решение. На открытие этого района поедет Михаил Иванович Калинин. И тут всполошились местные власти. Решили, как же так? Надо встретить Калинина. А в селе нет оркестра. В Большой Седьминухе, в Калининдорфе, насколько я помню, были музыканты. Клезмер. И ни одно событие праздничное, ни одна свадьба, ни одно торжество, ни один праздник без клезмер не обходился. Руководил этими клезмер, три человека их было. Некий Баркаган, Гриша Гершель Баркаган. Он был исключительным музыкантом. Он на скрипке изумительно играл, на флейте, на всех почти инструментах играл. И у него были помощники, которые тоже играли на многих инструментах. Вызвали Баркагана и сказали, что нужен духовой оркестр. Он говорит, но для этого нужно закупить инструменты. Что вам нужно? Ну вот он перечислил, какие инструменты нужно закупить. Ему дали деньги, и он взял своих этих помощников, музыкантов, поехали в Херсон и вернулись с набором инструментов для духового оркестра. И вскоре к приезду Калинина духовой оркестр был подготовлен. Его встретили с духовым оркестром. Мне было 27 году 5 лет. Мы из Фрайфельда приехали сюда, я был на этом торжественном событии, видел Калинина, помню. Ну, построили из двух больших подвод одну трибуну, микрофонов тогда не было, но оркестр был, и Баркаган своим оркестром встречал Калинина. Калинин произнес речь, сейчас на том месте есть памятник Калинину в Калининдорф в Калининске. Так Седьминуха, Большая Седьминуха, Калининдорф и сегодня поселок городского типа Калининское, где уже еврейского населения нет. После войны было. Вернулись из эвакуации, но немногие семьи. В 1939 году еврейская десятилетка была упразднена как еврейская и перешли на преподавание украинского языка. Я был в числе последнего выпуска.